Добрый день, уважаемые любители футбола и российского футбола. В частности, возвращается первая лига после зимней паузы. И вашему вниманию матч 21-го тура, в котором встречаются Акрон Тольятти и Краснодар-2, город Краснодар. Абусвитель Дарушев вводит мяч в игру и поехали. 2 по 45 нас с вами ждет. Левая бровка, мяч уже в штрафной площади. Можно делать передачу, она есть. И что будет? И будет первый угловой на первой же минуте. Вот такое вот начало. Решение, что не назначил 11-метровый удар. Команда берет вверх. Гостей, момент, где мяч? Мяч в руках у Сергея Волкова. Не знаю, мне сейчас было абсолютно не видно, где находится мяч в штрафной площади. Главное, что видят все футболисты. Больше к ним готов. Нет, это не гол. Оптический обман сейчас практически у всей западной трибуны произошел. Значит, кричать гол, но нет, нет, нет. Мяч, возможно, и попал в сетку, но с внешней стороны. А после, наверное... сборов южных. Момент сейчас! Ильдарушев пробивает, но Валентин Гришин на месте. Прозвучал свисток, есть удар, и что? Нет, это не гол. Вновь, как показалось всем болельщикам, это мяч мимо ворот пролетел. Но вроде бы там все контролировал, на самом деле, Валентин Гришин. Очень долго подготавливал свой выстрел Евгений Песеков. Классный удар, но цели не достиг. Момент сейчас. И вновь мяч в ворота попадает. Но будет, правда, угловой теперь. В предыдущем эпизоде решили разыграть. И причем даже сами, возможно, не поняли, но так и есть атака. Достает сейчас Валентину Гришину. И желтая карточка. Саид Ильдарушев ее получает. Хотя может Кирин справа сыграть. Момент сейчас у Тольяттинцев. Удар выше ворот. Мяч пролетает. И вот сейчас будет замена. Ставил свечу. Передача в штрафную площадь. Есть удар с левой ноги. Мяч пролетает. Это вот уже на них был Боярин. Пробивал. Поменял он позицию по ходу второго тайма. Начинал левым защитником. Наверное, не самая для него удобная позиция на поле, но, тем не менее, тренер сегодня видел его именно там. Ну, больших установок не было, поэтому, думаю, что дежурный 2-3 минуты. Момент сейчас у Акрона. Савичев бьет. Где мяч? Не в ворота, а вот оно спасение. Валентина Гришина. Настоящий, как я и говорил, то, что не вступали еще пока голкиперы в игру. И вот он, пожалуйста, Валентин Гриша. Звучит свисток Сергея Куликова. И на этом матч завершен. Ничья 1-1 в этом тяжелейшем просто матче для обеих команд. В первую очередь тяжелейшем из-за погодных условий.